В 10 раз увеличат в Мурманской области выплаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как пояснил сегодня на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис, размер карманных денег будет привязан к возрасту ребенка. Речь, подчеркнул глава региона, идет именно о карманных расходах. Например, дети от 6 до 7 лет будут получать по 500 рублей, от 7 до 14 – 1400, а ребята от 14 и старше – 3000 рублей. Понятно, что все детишки полностью обеспечиваются государством, областью нашей, и с точки зрения жизни, с точки зрения, значит, питания и одежды. Но важный момент, в том числе, как, например, расходы на сотовую связь, очевидно совершенно, что тех денег, которые выплачивались до этого, просто часто было недостаточно. Губернатор добавил, в этом году из областного бюджета на эти цели выделят дополнительно более 3 миллионов рублей.